Прямо сейчас участники команды «Добро объединяет» Одесской епархии находятся возле областной детской больницы на Воробьёва 3. Здесь у нас онкодиспансер, который Владыка из года в год посещает. Наша молодежка всегда помогала. Сейчас нужно подготовить бомбоубежище для детей. Для, не дай бог, бомбоатак нашего города. И, как оказалось, комната, где должны находиться дети с раковыми заболеваниями, находится в аварийной ситуации в связи с тем, что протекает канализация. И, обратившись к добрым людям нашим, копаем сейчас полностью канализацию для того, чтобы забрать старую трубу, направить, поставить новую, и чтобы бомбоубежище было сухо, чисто и, самое главное, безопасно. Это было не так просто, но благодаря общественному организованному труду, сильной силе рук, выкопали старую канализацию, с которой вытекла нефть. Можно, кстати, переработать и сделать топливо. Сейчас набираемся сил, пьем водичку и ставим новый труб. Уже все умею делать, я вот же канализацию не ставлю. Так что так вот, братья и сестры, отсюда вода стекала и прямо вон туда детям в бомбоубежище. Вон дырочка, просвет видно. А ну, и все мокрое там. И все это затекало годами. Но уже не будет. Десятилетиями ничего не делалось, никакая канализация. Мы сделали один люк основательно, четко, крепко, потому что нас попросили, и Одесская епархия со своими друзьями «Добро объединяет» делает всегда ответственно и хорошо. И мы в заключение хотим сказать одно. Стоп войне и добро объединяет!